Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт focusatmarika.ru. В этом видео я хочу показать вам один фокус, который я узнал еще когда только начал увлекаться карточными фокусами, еще в своем далеком детстве. Это был один из моих первых фокусов. Недавно я его вспомнил, и вот этот вот фокус моего детства я хочу показать вам сейчас. Он очень простой, и любой сможет его быстро выучить. Итак, давайте посмотрим. Для этого фокуса нам потребуется 16 карт. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Можно попасовать. И разложим вот таким вот квадратом. Уважаемый зритель, запомните, пожалуйста, любую карту и скажите, в каком она ряду. Ряды идут вот так вот. Первый, второй, третий, четвертый. В четвертом. То есть вот в этом ряду. Угу. Окей. Можно пару раз даже подснять. Пару-тройку раз подснять. Ну что же, уважаемые зрители, в каком ряду теперь ваша карта лежит? В третьем. Вот в этом? Да. И если она лежит в третьем ряду, то это значит карта красавец бубновой коровы. Да. Он. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение этому фокусу. Ну что ж, друзья, давайте разберем, как выполняется этот фокус. Фокус этот элементарный, потребуется всего лишь 16 карт. Срабатывает он всегда сам, нужно знать лишь одну, скажем так, фишку. Итак, для начала фокуса берем 16 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оставшиеся нам вообще не нужны, убираем их. Итак, раскладываем их по так вот 4 карты в ряд. В 4 ряда. Далее, просим нашего зрителя запомнить абсолютно любую карту. К примеру, так, плохо видно, давайте немножко так подвину. То есть объясняем зрителю, что ему надо запомнить карту и сказать, в каком она ряду. Ряды идут вот так вот. Верхний – это первый, далее второй ряд, третий ряд, четвертый ряд. Ну, зритель запоминает любую карту. К примеру, зритель запоминает пикового туза. И говорит, что эта карта, которую я запомнил, лежит в первом ряду. Ну, все верно, да? Туз пик лежит в первом ряду. Ваша задача как фокусника – запомнить из этого ряда абсолютно любую карту. К примеру, для того, чтобы найти… Ну, к примеру, я из первого ряда запоминаю счастливчика номер 7 – это пиковая семерка. Все, значит, зритель вам сказал, в каком ряду. Любую карту из этого ряда я запоминаю. К примеру, это 7 пик будет. Можно запомнить вальта, двойку, можно даже туза того же запомнить. Ну, я запомню семерку. Начинаем убирать вот именно вот с этого угла. Вот именно с этого с этой последней карты я начинаю забирать. То есть забираю раз, два. Именно с такой вот последовательно забираю каждый столбец. Отсюда. Забираю также снизу, забираю следующий столбец. И также снизу забираю последний столбец. Эти карты нельзя перетасовывать, их можно лишь подснять несколько раз. То есть, грубо говоря, подрезать вот так вот, да? Можно вот так вот подрезать, как вам удобно, да? Но главное не тасовать, иначе вся закономерность собьется. Подсняли несколько раз и снова выкладываем эти карты на стол. Выложили, да? Снова у нас карты лежат, 4 столбца.
Да, выкладывать надо именно вот так вот. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Ни в коем случае не так вот. Первая, вторая, третья, четвертая. Потом отсюда сюда. Потом опять отсюда сюда. Опять отсюда сюда. Нет. Каждый раз слева направо, слева направо, слева направо, слева направо. Итак, выложили, да? Теперь вы спрашиваете зрителя, в каком ряду снова ваша карта? Он запоминал пикового туза. Он опять говорит, что моя карта в первом ряду. И тут что вам нужно сделать? Вам нужно вспомнить ту карту, которую вы запоминали. Я запоминал семерку пик. Эта семерка пик указывает мне на то, что карта зрителя находится в этом столбце. Ну, именно вот в этом столбце. Но так как зритель сказал мне, что она находится вот в этом ряду, то само собой разумеется, этот ряд, этот столбец, значит пиковый туз. И мы сразу же и говорим зрителю, что ваша карта туз пик. То есть получается как система XY, да, как координаты, вот когда мы строим, там по X столько, там по Y столько, и там какие-то точки рисуем. То же самое здесь. То есть мы знаем ось X, мы знаем ось Y, значит вот это наша точка. Далее, к примеру, зритель говорит, что моя карта, допустим, во втором ряду, а я, допустим, запоминал четверку пик. Да? То есть, если карта во втором ряду, и если я запоминал четверку пик, значит, это столбец, то есть, этот столбец, этот ряд, получается тройка черви. Ну, я думаю, принцип понятен, потому что это несложно. Любой сможет повторить, фокус срабатывает сам. То есть, это такой фокус на тот момент, когда вот уже нечего показывать, и так вот хочется прям маленечко подурить голову зрителю. Просто здесь, если не знать секреты, никто никогда в жизни не догадается. Вот такой вот, друзья мои, фокус моего детства. Недавно я его вспомнил. Думаю, он вам понравится, несмотря на то, что он такой простой. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. И, конечно же, подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Там все фокусы абсолютно бесплатные, но они редкие, я их специально подбирал. Ну что ж, на этом все. Давайте прощаться. До встречи в следующих видео. Пока.